Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Horror Story, Hollow Seed. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше жуткое приключение. Напоминаю, что вы можете помочь каналу, просто поставив лайк под видео. А чтобы не пропустить новое видео, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Мы с вами снова находимся в лесу. Давайте будем его изучать дальше. Как я тут оказался? Hello? Эй! Is anyone there? Тут кто-нибудь есть? Почему лес как-то прямо потускнел так? Что-то не в порядке, определенно. Развилка. Куда же нам, налево, направо? А черт его знает. Ну, пойдем, допустим, сюда. Возможно, справа я просто обошел бы и сюда же вышел бы. Вот туда и вот. Хотя, стоп, нет, здесь что-то... Что-то здесь есть. Что это такое? Так, а здесь вообще ничего. Ой, у нас опять забрали телефон, да что ж такое? Хотел включить фонарик, а в итоге спичку потратил. Так, ну сюда мы, я так понимаю, не пройдем. Там мы тоже не пройдем. Вот оттуда мы по правой стороне, наверное, пришли бы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты что, напугал ты меня? Нам туда? Ладно. Так, и здесь тоже ничего, в принципе. Зачем же нам тогда сюда? Ну тогда нам куда-то туда. Там мы никуда не пройдем, не обойдем. Тогда зачем это? Ой, что? Что это было? Но эти деревья нас не пропускают. А тут тоже эта построечка, сарайчик. Но в нем... А, нет, есть свечки. Так, эту еще и зажечь можно, а зачем? Так, вот нам, видимо, туда. Хотя бы потому, что там горят свечи. Что это такое? Это типа такие ворота, которые можно опустить. Блин, вот только ж сказал! Какого черта? Ой, там могилы! Это кладбище! Только ж сказал, что это, видимо, ворота, которые можно опустить.
Вот надо было не говорить, может быть, не опустились бы. Ладно, ну тогда, может быть, теперь там откроется проход, где деревья нам перегораживают. Так, ну оттуда мы пришли, там нет ничего. Что такое? Ага, как я и подумал. В лесу определенно что-то есть. Или кто-то. Хотя скорее что-то. Что-то неживое. Да сам этот лес выглядит мертвым. Такой тусклый, прямо серый лес. Натурально какой-то мертвый, проклятый лес. Да здесь все проклято. Как там в самом начале девушка Анна сказала, когда мы хотели ей ужастик рассказать? Она сказала, что это место проклято. Ну действительно, я с ней полностью согласен. Здесь все проклято. Здесь гроб, что ли, просто так лежит? Жесть. Так, стоп, мы еще туда можем пройти. А здесь, наверное, мы не пройдем, да? Стоп, а вот получается те ворота как раз. Здесь можно свечку зажечь. Зачем? Ну давайте зачем-то зажжем. А мы не можем. Может вот так? Нет, мы не можем. Ладно, тогда у нас только один выбор, сюда идти. Мне что-то показалось, да, наверное, у меня просто паранойя. Показалось, что там, вот там вот какой-то силуэт. Нет, показалось, просто показалось. Очередной сарайчик. И тут же пройти больше некуда. Ага, тут можно взять записку. Крестным знамением, именем Розы, очнись! Это ключ. Тихо, пускай все угомонится. Если оно вообще угомонится. Ключ от чего? Где нам ключ был нужен? Может, к тем... к тем воротам нужно подойти, которые там опустились. Ну, либо сейчас будем проходить опять-таки мимо этого кладбища маленького. Может быть, там калитка как-то откроется. Опять-таки показалось. Ух, очень пугающая атмосфера, очень пугающая. Нам, наверное, вот туда нужно, в общем.
Там пройти дальше некуда, но, наверное, вот сюда. Так, ну здесь мы... Вот это никак не уберем. Хотя можно было бы, конечно, перелезть. Но я думаю, нужно к тем воротам идти. Вроде как больше и некуда. Ну хотя, вполне могло что-то измениться. Кто его знает. Так, спешить, бежать я не хочу, просто потому что я слишком боюсь. Я не знаю, что здесь может оказаться впереди. Постоянно осматриваюсь, постоянно везде мне что-то мерещится. Я останавливаюсь, чтобы убедиться, что это я слышу наши шаги, а не чьи-то еще. Я только собирался сказать, что здесь ведь вроде как и замочной скважины никакой нет. Хотя, подождите. Хотя ключ у нас пропал. Тихо ты! Может быть, сама та записка, она была ключом? Мы просто хотели весело провести вечер. Я знала, что что-то должно случиться. Порой твой самый сладкий сон становится твоим худшим кошмаром. А я вижу вот эту лопату, и как-то меня пугает ее наличие. А, стоп, там есть куда пройти. Я уже думал, здесь мы что-то должны сделать с помощью лопаты. Фух, хорошо, что лопату нам не нужно подбирать, значит, ничего не придется здесь выкапывать. По-моему, наш персонаж начал двигаться быстрее, вам так не кажется? Ой, я надеюсь, это не лабиринт? Потому что пока что это как-то похоже на лабиринт. Так, пускай будет открыто, чтобы показывать, что мы здесь были.
Так, стоп, ну нам получается сюда, по идее. То есть слева там тупик, а давайте посмотрим, что там. Просто из любопытства. Так, мы, стоп, мы оттуда пришли. Проход уже закрылся. Стоп, или нам все-таки сюда? Ёлки-палки, я запутался, я заблудился. Что? Что происходит? Эй, твою дивизию! Вы не справились. Подождите, я не понял. Не очень понял, что я должен был сделать. Я не мог двигаться, когда он появился, все. Может, я как-то должен был... Помните, нам что-то говорили были? Или мы в записке читали где-то в доме еще, что нельзя... Они нас видят, мы их не видим, но они нас видят. И, в общем, нельзя, чтобы они приблизились. Но как это сделать? Когда он появился, я не мог двигаться. Я пытался. Может, мне нужно как-то методом пробы ошибок понять, какой путь мне нужен? Или, может быть, мне нужно зажигать спички здесь как-то? Черт его знает. Здесь ведь ничего не поменялось? Может быть, вот это безопасные места на свету здесь? Черт его знает. Я не знаю. Давайте попробуем сюда пойти. Слышим малейший звук, пытаемся как-то убежать, если... дадут такую возможность. И зажигаем спичку. На всякий случай. У нас вроде как немало. А здесь похоже, что тут... похоже, что здесь тупик. Мне именно туда вот и нужно. Там вон дверь, что ли? Может, перед тем, как туда пройти, мне нужно что-то здесь с этой стороны сделать. Что-то активировать, к примеру. Может, как-то выманить это существо... в другое место. Давайте по правой стороне тогда пойдем сейчас. Нужно разобраться. По крайней мере, здесь нас сохранили, поэтому, фух, это хорошо. Мы можем осмотреться сейчас, даже если нас опять споймают. По крайней мере, мы будем знать уже, что где здесь находится. Так, туда можно, туда можно. Прислушиваюсь. Что-то показалось. Смотрите, а здесь тоже какой-то проход, что ли? Может, сюда? Туда можно пройти? Сюда можно пройти, туда можно пройти. Ой-ой-ой, что ты делаешь? Ты меня напугал своими руками. Так. Стоп, а тут тупик? Вот здесь вот. Ну, да, в принципе. Как так, что трава не загорается? Куда эти кусты? Но здесь мы никуда не пройдем. И здесь опять-таки тупик. И сделать тоже ничего нельзя. Так что... стоп. Там проход, но мы ведь... мы ведь все осмотрели. Я ведь не ошибаюсь? По-моему, я везде уже все обошел.
То есть мне по-любому нужно именно туда, по левой стороне пройти, но только что там сделать, непонятно. Может как-то... Как-то все-таки получится от той твари отбежать, ну а дальше-то что? Мне нужно будет ее обойти, что ли, как-то, и может быть... Ну, мы бегаем, мы вот-вот, мы еле-еле бегаем. Хотя нет, сейчас побыстрее. До этого мы еле-еле вообще могли бегать. В лесу он еле-еле передвигали ноги вообще. Может быть, на то и рассчитано, что здесь нам понадобится бегать, черт. Здесь же особо никуда и не побежишь. Еще и заблудиться можно. Там мы его, ну, никак не обойдем. Здесь тупик тоже. Там построечка есть, вот. Может, она что-то означает для чего-то. Тут тупик. Сюда бежать, в эту сторону вообще бежать получается бессмысленно. Ладно, будем пробовать, в принципе. Ну а что нам еще остается? Постепенно, думаю, поймем, что от нас требуется. А, стоп, подождите, я еще вот сюда не подошел. Вот я... прошел мимо, туда не подошел. Стоп. Если вот так вот. Я откуда вышел? Стоп, отсюда? Похоже на то. Если сюда, то здесь тупик. Я на всякий случай даже спичку зажгу. Ну, слушайте, здесь ничего сделать нельзя. Почему я не могу зажечь свечки? Странно. Тут пусто. Свечки зажечь никак не могу. Ну, реально получается, что уже даже здесь я осмотрелся, уже больше вообще вариантов как бы не осталось. Стоп, а здесь я был? Ну да, здесь я был. Вот, ну мы придем туда, смотрите, там тоже вроде как прохода нет. Может, мы сможем открыть там как-то? Может, тут дверь? То я даже вот не знаю сейчас, что же мне делать. Ну вот мы подойдем туда, даже допустим, если мы сможем как-то отбежать от той твари, а что мы делаем? Мы бежим. Да, мы бежим. Наверное, вот сюда бежим. Будем надеяться, что здесь, здесь, где свечи горят, мы в безопасности. Кто его знает? Понятия не имею. Что, мне показалось, что там что-то... А, да. Показалось. Ладно. На всякий случай и бежим. Может, вот это вот означает, что кто-то есть. Ну, а толку? Ну и что? Ну и ничего как бы не происходит. Ну и что, вот мы отбежали, и что дальше?
Я не понимаю, ребята, сейчас просто что нужно сделать? Вот туплю, натурально, наверное. Но я не понимаю, что сделать нужно. Там стоит монстр, мы ничего сделать не можем. Если мы подойдем, нам хана. А если мы не подойдем, то ничего не происходит. Вот я не могу понять, что в итоге сделать нужно. Как-то так. Зажечь. Стоп, у меня еще один вариант появился. У меня еще один вариант появился. Может, на него нельзя смотреть? Может, это как в СЦП? Так, это откроем на всякий случай. В СЦП был такой монстр, противник, на которого нельзя смотреть, стесняшка. Может, нужно... не смотреть на него. Спиной туда двигаться. Даже присядь. Нет. Он нас разворачивает сам. Я прямо не знаю. Ну, просто смотреть-то мы все осмотрели, причем, ну, я думаю, довольно внимательно. Когда я туда приближаюсь, просто начинается прямо сценка, где он меня убивает, и все. Но перед этим буквально 1-2 секунды есть, когда как будто вот предупреждение, что вот сейчас что-то произойдет. Но толку, я вот попробовал был в этот момент отбежать, и ничего. Потом опять подошел, опять то же самое. Я не знаю, что еще попробовать даже. Давайте, ну, как-то будем разбираться. Вот что-то нужно там сделать. У меня ощущение, что неспроста здесь вот такой как лабиринтик. От него, может, надо как-то бегать здесь будет, как-то его... Ну, закружить его здесь негде, чтобы вот побежать, где-то обойти что-то. Он за нами был, мы пробежали впереди него туда. Ну, разве что только вот здесь вот забежать, спрятаться сюда. Но опять-таки, я... это надо, чтобы он за нами хотя бы побежал для этого. Забежать туда и быстро закрыться... Но это надо, чтобы он за нами как минимум побежал. Давайте пробовать, у нас вариантов нет. Так что, что тут думать, пробуем. Хорошо, что игра здесь сохранилась, то есть можно пробовать сколько угодно. Но вариантов-то особо нет, что пробовать. Ну вот, видели, вот предупреждение как бы было. Я отошел на пару шагов, все как бы... А он там же и находится, и все, и ничего не изменилось. Может подождать, пока он как бы, ну, появится, но я тогда двигаться не могу. Когда он появляется, все, запускается сценка. Не знаю, давайте пробовать. Как-то. Ну? Надо еще ближе подойти. Да, так, так, так. О! Он за нами или нет? Не знаю, но я бегу и прячусь. Меня не волнует, где он. Закрой! Он здесь! Он здесь, он здесь, он здесь. Что-то получилось. Ну а толку? Вот он стоит здесь теперь. Я себя в ловушку загнал. Черт. Что теперь делать? Что теперь делать? Здравствуйте, мы в ловушке. Оп! Все в порядке? Я думал, он меня все-таки как-то убил через дверь, нет?
Так, окей, мы живы, что-то мы узнали, что можно его как-то оттуда выманить, окей. Но он вполне вероятно все еще там? Ну, то есть он... Он телепортировался, может быть, туда опять? По крайней мере, мы знаем, что его можно выманить. Ну, а толку от этого? Он не то чтобы особо быстрый, я туда пока добежал, закрылся, еще секунда минимум прошла, пока он добежал. Но там негде его даже закружить. Ничего не происходит. Его здесь нет. Отлично, отлично, отлично. Но он может где-то впереди теперь оказаться. Отсюда не пройдем мы. Ага. Так, ну если он где-то здесь появится, бежать уже дольше. Опа! Стоп, там... Там вроде записка лежит. Подождите, а что здесь? Сейчас как нарвусь на него опять. Ну, если что, сюда бежим теперь. А, нет, здесь тупик. Подождите, тупик, а... Куда мне в таком случае? Обратно, что ли, туда проходить? Там, может, опять выход откроется? И монстр появится, я на всякий случай закроюсь. Очнись, Майкл. Где мы? Получено достижение. Очнись, Майкл. Где мы находимся? О, у нас есть фонарик, замечательно. Стоп, ключ. Ключ-то мы берем, а где мы? Неужели опять в том доме? Ребята, мы там, где вот эта клетка. Твою ж дивизию. Жесть просто. Мы опять в этом доме. Опять в этом проклятом доме. Я надеюсь, этот монстр в доме не окажется. Мы хотя и знаем, что теперь можно как-то его выманить, от него убежать, но это нужно четко знать, а куда вообще бежать-то? Так, ну ключ, понятное дело, отсюда, наверное. Что в этом доме со светом? Стоп, я не могу. Я не могу ничего сделать. Стоп, не понял. Я не понял. У нас ключ есть, но вот эту решетку... Там рукоятка как бы есть у той решетки, но толку. Она не нажимается. Сумочной скважины-то нет. Что в этом доме со светом? Ой! Смотрите! Оно работает, двигается только когда у меня выключен фонарик. Пока у меня был включен фонарик, я не мог открыть. Но ключ, кстати, нет этой решетки. Ключ, видимо, от какой-то двери. Я уже забыл здесь планировку, твою ж дивизию. Так, стоп, это наверх подняться, да? Хорошо, так, давайте по правой стороне пойдем здесь. Там телефон у нас. Здесь у нас заперто. Там кухня. Там сейчас выключится лампа, да? Я хочу быть к этому готовым, да. Стоп, а здесь? А, мы здесь были, все. Да-да-да, мы здесь были, мы эту записку читали. Вот здесь вот еще дверь закрытая. Твою дивизию. Знал же, что сейчас выключится. Тут ничего. Тут мы были.
Так, тут закрытая дверь, то есть здесь у нас еще две двери закрытые. Там мы были, я туда не хочу. Там, по-моему, подождите. Просто чтобы вспомнить, это здесь доска? Нет, здесь у нас печатная машинка. Так, там подъем наверх. Давайте еще посмотрим, что у нас здесь. Здесь тоже дверь. Тоже закрытая. Значит, здесь внизу еще три запертых двери. Замок сломанный. Мы с ним ничего не можем сделать. Тоже заперто. У нас целая куча запертых дверей. А где я нахожусь сейчас? Стоп, я немножко... Тут заперто. Стоп, подождите, мы сейчас... На втором этаже. Там, по-моему, ванна, да? Здесь у нас, да. Здесь у нас вот доска. И тайная комната с надписью. Так, здесь у нас... Здесь детская комната. Да. А здесь я не... Хотел сказать, я не помню, было здесь открыто или нет. Нет, здесь было заперто. Ключ как раз отсюда. И что за жесть мы здесь видим? Вы только посмотрите. Нет. Нет. Это... Нет, нет. Нет, Джей. Это наш друг. Мне так жаль, Джей. Мне так жаль, дружище. Мой друг погиб. Теперь моя единственная надежда — найти Анну. Ты что, веришь, что она может быть жива? Так, свечи можно потушить. Да сейчас, вот прям сейчас я возьму и потушу свечи тут, конечно. Ой, жесть просто. Ключ. Хорошо, что решил проверить, не ушел. Маленькая жертва, чтобы растопить твое сердце. Мой повелитель и мой возлюбленный ангел, я клянусь тебе в своей вечной верности. Благодарю тебя, что явился ко мне и дал узреть свет истины. Моя душа твоя навеки. Ну подождите, это сделал кто? Человек или призрак? Так, у нас еще один ключ. Я не помню, вот эта дверь открыта была или нет? Заперта. Здесь, ну, значит, одна дверь запертая. Осталась в этом коридоре. Там еще одна дверь запертая. Стоп, а вот это тоже запертая. Так, это мы спустимся на первый этаж таким образом, и там мы можем, кстати говоря, сохраниться. Кстати говоря, почему бы этого не сделать? Вот почему бы этого не сделать? Там вроде дверей вообще никаких нет, здесь вот я имею в виду. Кроме входной. Ну, входную мы, само собой, не откроем. Thank you.
всякий случай давайте здесь проверим. Ну просто вдруг что-то изменилось. Что это было? Это не я камеру повернул. Что случилось? Картина упала. Фотография здесь была, да? И как здесь темно. Так мы не можем с ней ничего сделать. А записка не поменялась здесь? Свет, когда нужен свет. Тьма, когда нужна. Фух, так, на стене тоже ничего не появилось. Так, ты не упадешь? Ну, само собой, нас не выпустят. Само собой. Я бы, ох, как удивился, если бы сейчас этот ключ открыл вот эту дверь. Здесь, по-моему, прохода никуда нет. Здесь, да-да-да, здесь заблокирован проход, и ничего здесь нету. Ну, тогда получается только туда идти опять по дверям. Здесь мы, в принципе, проверили, значит, туда нужно. Либо вот та дверь, либо внизу. Вот это открылось, опа. Еще коридор какой-то. А, нет, здесь тупик. Ну, планировка здесь вообще мне непонятная. Вот просто вот это слово совсем... Ой, жесть какая. Джей? Джей! Is that you? Это ты? В этой Библии не хватает 7 страниц. Найдите их, чтобы суметь победить демона. 7 страниц мы еще должны... О, ключ. Вы ведь не хотите сказать, что теперь здесь будет Джей меня пытаться убить, пока я буду искать 7 страниц? Страниц. А они только в тех местах, где мы еще не были, или они теперь могут появиться по всему дому, там, где мы были? Стоит ли мне ходить осматривать вообще все? Я хочу пойти опять сохраниться. Я вот хочу пойти опять сохраниться. Вот натурально. Просто вот натурально хочу пойти и сохраниться. Ну то, что по пути вот мы осмотрим, вдруг все-таки они будут рандомно теперь появляться где-то. Кто его знает просто? Здесь нельзя выдвинуть шухлядку. Ну это мы считали, да-да-да-да-да. Это мы считали, это не поменялось, окей. Так, ладно, все, сохраняемся. Мне нужно успокоиться. Я переволновался. Так, игра сохранилась, ребята, и давайте мы, наверное, здесь с вами уже прервемся, потому что нужно передохнуть. Действительно, так волнуешься в этой игре. Замечательная игра, очень сильно пугает, очень интересный сюжет, очень классный сеттинг. Мне прям очень нравится. Надеюсь, ребята, вам тоже нравится. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья! Встретимся в следующей серии. Пока-пока!